Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео хочется поговорить о освещении в наших квартирах, в наших комнатах, благодаря которым мы сможем предотвратить скандалы и ссоры в наших квартирах, в наших домах. Так, смотрите, друзья, шторы, жалюзи, светильники и лампы – это то, что нужно иметь в каждой комнате для того, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить всевозможные скандалы и недомолвки в семье. Многие любят с самого утра солнечный свет, который проникает в окошко, наполняя всю комнату светом и теплом. А вот некоторые, наоборот, закрывают плотнее шторы и даже опускают жалюзи. Конечно, предпочтения у каждого свои, но кроме этого настроение освещения в комнате играет, вы знаете, еще очень одну важную роль. И оказывается, что таким образом можно контролировать скандалы и ссоры в семье и вовремя их предотвращать. Например, если мы берем кухню, то на кухне должно быть хорошее освещение именно от окон. Поэтому не стоит завешивать окна шторами или закрывать жалюзями. Или вообще купить, например, лучше вот какую-то, знаете, легкую гардину укороченного типа. Если на кухне будет у вас светло, то знайте, что это избавит семью от всевозможных финансовых трудностей и скандалов по этому поводу. Что же касается коридоров и прихожей, то в коридорах и прихожей свет должен быть ярким. Необходимо приобрести лампы именно белого света. Свет не должен желтеть или рябить, так как считается, что позитивная энергетика в первую очередь проходит именно через эти комнаты. И свет необходим для того, чтобы она знала, эта энергетика, как ей дальше продвигаться внутрь вашего жилища. И она таким образом сможет защитить домочадцев от недопонимания и недосказанности, а бытовые конфликты сойдут просто на нет. Если мы говорим о ванной комнате, то в ванной комнате большую роль играет именно основное освещение, как именно точечное. Если помимо основного еще добавить несколько светильников возле, например, зеркал в ванной комнате, то ссоры на почве интриг быстро и резко закончатся. Считается, что чем лучше освещена ванная комната, тем меньше грязи можно принести в ваш дом. Зал, если мы говорим о зале, то он должен быть освещен несколькими источниками, но также он должен иметь именно хорошие плотные шторы, чтобы в ночное время суток защищать эту комнату именно от уличных фонарей. Также, защищая основную комнату от света извне, вы защищаете свой дом и родных от злых именно духов и порчи. Ну и последней комнатой в списке каждого из нас – это спальня. И в ней обязательно должны быть именно светильники. Это могут быть светильники прикроватные, точечные или бра. Это не играет большой роли. Главное, чтобы они нравились хозяину комнаты и сочетались именно с интерьером. Что же, если мы говорим о детских комнатах, то в таких детских комнатах обязательно должен присутствовать именно ночничок. Жалюзи или плотные шторы тоже обязательно должны прикрывать окна во время сна ваших деток. Но после пробуждения первым делом их стоит открывать. В спальне находится центр здоровья и любви, поэтому правильное освещение поможет вам укрепить здоровье и добавит нежности и понимания во взаимоотношения. Друзья, теперь вы знаете, на что вам нужно обратить внимание в вашем доме, в вашей квартире, что же касается именно освещения. То есть где лучше добавить света, где-то добавить яркости, где-то добавить более точечных лампочек,
Мы надеемся, друзья, наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк под этим видео. Обязательно переходите на наш канал, смотрите другие видео на канале. Мы вам желаем здоровья, любви, удачи, финансового благополучия, друзья, и услышимся уже в следующем эфире. Пока-пока!